Всем привет! Ну что ж, мы продолжаем с вами шить новый образ для нашей куколки, осенний. Предыдущие видео вы можете посмотреть на нашем канале, ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Ну а в этом видео я хочу показать вам, как шить берет. Ну а сегодня я хочу показать вам, как шить необычный модный аксессуар для куколки, а именно шапочка берет. Шьется такой берет легко, очень и быстро, буквально за 10 минут. Итак, нам понадобится всего лишь вот эти вот материалы. Это ткань. Ткань я беру, она такая вот трикотаж, плотненький. Я шила из него пальто. В предыдущем видео вы, если смотрели, то видели. Вот у меня кусочки остались. То есть можно взять, в принципе, любой материал. Хоть это и пальтовая будет ткань, там, или трикотаж, или хлопок, любую ткань берите. Далее ножницы понадобятся, карандаш, нитки, собственно, для того, чтобы сшить берет. И вот такая вот выкроечка. Выкройку данную я делала, опять же таки, сама, как и все остальные свои выкройки я делаю. Если кому нужно, то пишите в комментариях. Это данная выкройка на куколку ростом 26 сантиметров. Так, ну теперь давайте приступим к пошиву, точнее к раскрою сначала. Нам понадобится 3 кусочка ткани одинаковых. Вот у меня эти остатки уже. И вот, значит, берем 2 кусочка лицом к лицу, кладем их между собой. Скалываем булавочками. Вот, скололи булавочками. И прорисовываем на вот этих вот двух тканях, прорисовываем внутренний вот этот вот круг. На другом кусочке ткани также мы прорисовываем выкройку с изнаночной стороны. Мы прорисовываем внешний вот этот вот круг. Так, прорисовали. Теперь выкройку убираем в сторону, она нам больше не понадобится. Теперь на швейной машинке мы прокладываем шов по вот этому внутреннему кругу. Вот где мы прочертили вот это вот, по этой линии мы прокладываем шов. Итак, проложили шов, вырезали. И теперь делаем вот так вот надрезы в закругленном этом месте, для того, чтобы максимально вывернуть все ровненько. Затем мы выворачиваем нашу заготовку. Вот так вывернули. Скрепляем булавками поближе к отверстию, чтобы она потом при пошиве не мешала булавочка. И уже буквально остается, так сказать, дно беретика пришить. И все. Ну и обработать строчкой. Хотя это трикотаж, как бы не махрится. Ну, чтобы аккуратно было. Все-таки сделаем строчку. Все, вот у нас никуда ничего не денется теперь. И прикладываем, получается, вот лицо, лицом к лицу опять-таки мы прикладываем. Смотрим, чтобы все ровненько было у нас, чтобы везде тканюшки хватало. И опять скрепляем булавочками. А затем прокладываем также, теперь уже по внешнему краю круга, строчку также машинную прокладываем. Затем обрезаем все лишнее и вот эту вот окантовочку вот эту обрабатываем оверлоком либо зигзачной строчкой. Затем выворачиваем. Ну вот и все. Берет, собственно, и готов. Вот я проложила строчку. Сейчас фокус настрой покажу. И теперь выворачиваем.
беретик наш, расправляем все. Можно примерять на куколку. Вот такая красота получилась. По голове уже формируйте, как хотите. Хотите на бок, хотите прямо оденьте. Вот такая вот беретка вышла у нас. И я еще ее хочу украсить. Но про украшения я хочу снять отдельное видео, потому что мне есть что показать вам. Много всяких фишечек и идей, как я делаю, опять же таки, бюджетные украшения своими руками. То есть не покупаю их, а стараюсь все-таки делать сама. То есть как вот сделать такой бантик, как сделать вот такой вот такой декор, как из пуговичек, очень есть много интересных идей, как сделать. В общем, смотрите мое видео. На канале есть очень много всего интересного, полезного. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч. Не бойтесь творить и всем успехов. Пока-пока.